Тренажерный зал, два бассейна для детей и взрослых и огромный спортивный зал. Жители микрорайона осматривают здание нового спортивного комплекса. А его преимущества уже смогли оценить профессиональные спортсмены. Все удобно расположено, душевые очень хорошие, бассейн очень хороший, понравился. Вывод один, хочется скорее заниматься здесь, тренироваться, готовиться к серьезным соревнованиям. Ну, идеальный спортивный комплекс. На строительство объекта и закупку инвентаря ушло более 240 миллионов рублей. Двухэтажное здание построили всего за год с небольшим. На торжественном открытии спорткомплекса побывал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. После небольшой экскурсии по зданию глава региона пообщался с жителями. Хочу вас поздравить с этим событием, с открытием спортивного комплекса. Он не первый и не последний. С Новым годом вас! С новым счастьем! Добра вам! Благополучия! И самого-самого доброго вам в будущем году! Сейчас руководство набирает персонал. За зданием площадью в 5500 квадратных метров нужен уход, а уже весной 2016-го услугами спорткомплекса смогут воспользоваться 1000 жителей южного города. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.